Ни для кого не секрет, что я без ума, просто без ума от Захи Хадид. Это архитектор-женщина, первая, кто получила Притцеровскую премию для архитекторов. Она из страны третьего мира, и ей удалось покорить Европу, да и вообще весь мир своими работами, своим стремлением и желанием добиваться всего. И поэтому я просто фанатею от нее, и очень жаль, что я ее не увидела вживую. Ее дизайн зданий, он опережает время. Кстати говоря, индустрия довольно-таки мужская была до нее, и она сломала этот стереотип. Если каждый человек или женщина будет делать что-то такое большое, созидательное и прогрессивное, то я думаю, что мир изменится к лучшему. Пусть это будет наивно, но это так. Она изменила мое представление о жизни, ну и вообще, в принципе, показала, что все возможно. Крутая, амбициозная и очень прогрессивная.